Так, всем привет! Сегодня хочу показать, как сделать тяпку, которая по своим характеристикам намного превышает заводские аналоги. И еще покажу один секретик, как сделать ее самозатачивающейся. Итак, заводские тяпки обычно, вы знаете, сделаны с обычного металла, никакая не сталь, ни что. Если у вас есть старая ножовка, это лучший металл для тяпки. Даже без самозатачивающейся, она ходит намного дольше после заточки, чем обычная тяпка. Ну, этот кусок вот он у меня вырезан отсюда. Тяпка. Ну, дальше. У меня по заводскому раньше тяпка была старая приварена, поэтому я тоже приварил. Ну, по большому счету, по-хорошему, конечно, лучше на отверстие, на клепки или на болтики поставить. Ну, работает вот уже эта тяпка, она, по-моему, второй год работает. И затачиваю я ее только иногда. И она острая из-за того, что тонкий металл, но зато сталь. Она меньше стирается и дольше затупляется, скажем так. Вот. А сейчас я вам покажу маленький секретик, расскажу, как сделать ее вообще самозатачивающейся, чтобы больше не приходилось ее точить. Для этого нам нужно с внутренней стороны наварить сваркой шов. Где-то полсантиметра, сантиметр шов ровный сделать. Потому что если вы вот кто пробовал сверлить или точить сварку, именно сварку, вареный металл, он, знаете, намного тверже, и сверла ломаются, и, ну, короче, он или закаляется, я не знаю, что. Сварка намного тверже обычного металла. И поэтому, когда здесь будет слой у нас наваренный, а здесь обычный сталь, то этот слой стирается намного раньше, чем сварка. И поэтому вместе их соединения, этих металлов, будет постоянно образовываться острая кромка. То есть сварка будет всегда чуть-чуть выше этого металла, и будет острая кромка у вас здесь, которая со временем, опять же, вы когда работаете в земле, эта сторона стачивается по чуть-чуть, а та выдвигается, получается так. И она постоянно острая. Это уже проверено временем, это на этом принципе делаются лемеха на плуги, культиваторные лапки, все, что в сельском хозяйстве работает в земле, все всегда с напайкой идет. Правда, там напайка другого металла, но те орудия работают днями, а то и сутками в поле, и хватает на очень долгое время, и никто их никогда не точит. Так, ну сейчас я наварю, и потом дальше продолжу свое видео, покажу вам, что получилось. Итак, продолжаем. Вот что получилось после наваривания. Ну, это уже готовая тяпка, это у нас лицевая сторона, здесь она просто прогрелась, а вот с этой стороны я наварил сварку. Если вы такой же сварщик, как я, попросите знакомых кого-нибудь, если вам нужен эстетичный вид, чтобы красиво было. Ну, главное, я вам показал, как это делать. То есть сварочный шов положил, обточил его один раз. Здесь также тяпку один раз заточил. Она сейчас острая, аж звенит. И все, и теперь... Я думаю, вы на все лето забудете о том, чтобы надо точить тяпку. Потому что вот этот слой мягче, он будет стачиваться быстрее внутреннего. И поэтому здесь будет образовываться постоянно острая корка, или кромка. И за счет этого тяпка будет всегда острой. Ну, до тех пор, пока ваша сварка, вот эта наплавка не сотрется. Ну, это почти сантиметр. Ну, там сколько наварите. Ну, вот и все. Удачи на огороде.